Мы живем в чудесном городе, где Бог, а Бог с нами, ходят люди самых разных национальностей. Мы как в природе, цветы, деревья, самые разные. И всюду гармония должна быть. Поэтому у нас сегодня чудесный подарок для наших гостей. Ансамбль танца Центра творчества города Троицка подарит нашим гостям сначала татарский танец.
татарскую песню, народную татарскую песню «Зулейха».